Всем здорово, народ! С вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня хочу показать вам приспособление, которое я применяю для того, чтобы в машине можно было телефон закрепить и чтобы он заряжался. Так как я поменял телефон, вот у меня был 10, вот сейчас у меня 14 Pro Max, и я применял специальный чехол, вот такой вот, на тот момент, чтобы закрепить, просто зайти вот так, сесть в машину, раз, зацепить телефон, потом отцепить, чтобы можно было максимально мобильным быть, чтобы не подключать никаким проводам, не зажимать какими-то зажимами, а просто зашел, прицепил, отцепил. Вот. Для этого я купил комплект, называется вот Питака, отличная штука, но на сегодняшний день поменялись всякие разные системы, и для моего 14-го айфона понадобился новый гаджет. Это же производство, только 2.0, новая версия. Вот они, разница. Сейчас я покажу вам, в чем прикол, какая разница, что они улучшили. И без вариантов мне нужно было менять, потому что вот в этом телефоне, например, вот этот чехол, он липнет вот к этой штуке, но вот не к новой. К новой уже ввели вот эту систему, вот этот круг, который встроен уже в сам чехол. А вот этот вот лип к этой системе, вот так. Вот, вот хоть куда, в принципе, делаете, но... Вот, ну, примерно серединка, да, и телефон отлично вот держится. Вот, без проблем. Любая тряска вообще, любая тряска. Скажу сразу, я ездил путешествовать, специально покупал для этого. Я из России в Грузию, всю Грузию объехал, и Армению вдоль и поперек. Там больше 10 тысяч километров, короче, проехал. И ни разу у меня телефон не упал. При том, что я по горам, по лугам, там бездорожье, в общем, куда только не ездил. Тряски, всякие разные дороги. Сами понимаете, да, в путешествии там дорог разнообразие большое. Где-то дороги делают, там нужно было вот так вот ехать. Вот, ни разу мой телефон не свалился с крепления. Я к тому, что хорошо вот это присасывается и держит. Системой я очень доволен, ну прям очень. У меня уже больше 3 или 4 лет, наверное, пользование вот этой штукой. Ни разу меня не подвела. Единственный момент, когда был один только глюк, к чему могу докопаться, это когда от этой вот сильной тряски, сейчас я не знаю, смогу тут открутить одну руку, неудобно. От сильной тряски под конец вот так вот сделаем. Этот шарик достается. Вот. Шарик этот достается. И видите, вот там внутри это, открутилась вот эта гайка. Все. Потихонечку эта гаечка, короче, начала откручиваться. И вот эта штука, видите, вот сейчас даже шатается. Вот, и у меня на тот момент ничего не было, чтобы закрутить. Я нашел маленькую отвертку и потихонечку, как мог, докрутил это все дело. Но если прикрутить нормально, как бы все в порядке. Но от вот этой вот тряски сильной за 10 тысяч километров открутился только вот этот вот, вот эта гаечка. Но я прикрутил, в принципе, так себе даже прикрутил, и у меня еще целый год так держится. Я вообще забыл, кстати, про это нужно докрутить. Вот. А так, во всем остальном проблем никаких нет. Тут вот вставляется вот такой вот шарик. Вот он. Шарик туда закидываете, и он вот так вот ходит. И так, как вам нравится, вы можете так закрепить, и потом... Вот. До конца не закручиваем пока. Крутим шарик как вам надо, ну, там ставите. А потом уже закручиваете, и он уже фиксируется.
Вот, это только один единственный, ну, как бы один минус. Наверное, второй минус еще в разнице вот с новой версией скажу. Второй минус, эта штука достаточно шумная. Вот, если вы включаете, ну, ставите телефон, и в машине тишина, если у вас хорошая шумоизоляция, а у меня хорошая шумоизоляция, и у вас не включена музыка, да, вот вы едете спокойно, то вы слышите, как здесь работает вентилятор, вот. Тут встроен вентилятор, чтобы охлаждать ваш телефон. И он действительно охлаждает ваш телефон, как бы вот эта система работает великолепно. По охлаждению проблем вообще нет, докопаться не до чего. Но шумит, блин, просто, ну, когда долго едете, иногда, конечно, вот как бы привыкаешь к этому шуму, но когда его отключаешь, думаешь, блин, как тихо. Но если включена музыка на короткие расстояния, то, в принципе, ну, нормально, вот. Но, если есть возможность, лучше покупайте новое. А теперь вот смотрите, в чем разница нового. Плюс еще такой момент, тут какие доработки сделали. Вот в первой версии вот этой штукой вам нужно вот сюда воздуховод заталкивать. И каждый раз, когда я заталкивал, ну, куда-то крепить, я всегда думал, что вот эта вот пластиковая штука сломается. Действительно, если вы чуть сильнее нажмете, вот это может... Вы можете, короче, это сделать, сломать. И когда вытаскиваете, примерно такая же история. Она очень сильно как бы зажимается. И очень обломно, если это сломается, и вам нужно это искать. Я так понял, уже у кого-то ломалось. Поэтому здесь, на вот этой штуке новой, они уже систему доработали. Тут уже не буду доставать, но там получается просто крюк. Вот. Ну или давайте, ладно. Вот так вот покажу. Здесь просто откручивается вот эта штука. Вот она. Вот откручивается. И там вот такой вот крючок. Вы заталкиваете, цепляетесь за вот эту пластину и закручиваете, и крюк подтягивается. И получается... Вы просто крючком зацепились за пластину. И все. И нету никаких там проблем, что вот эту штуку можно сломать. В общем, они улучшили вот это крепление. Действительно улучшили. Можно крепить еще намного лучше, куда угодно. С этой системой маленечко проблемно было при этом двигать это все. Улучшили вот эту вещь. Потом вот это шнур. Тут идет Type-C USB, и у новой версии также Type-C USB. Но вот шнуры, посмотрите, здесь идет вот так вот с поворотом. Тоже правильно, потому что, ну, мешается всяким кнопкам, смотря какая машина, конечно. Но в любом случае уходит в бок, чтобы можно было провод отвести. Здесь такого не было. Вот и провод постоянно вот у меня валялся. В этот раз они сделали, получается, с поворотом. Вот черного цвета. И в комплекте у них идут вот такие вот резинки. И там двухсторонний скотч. Вот так вот я сейчас закрепил провод. Вот он у меня идет сюда. В комплекте вот две такие резинки. Но у меня еще были такие пластиковые штуки. Пока что временно я тоже это закрепил. Вот так. Таким образом. И это все включается... Вот сюда. Вот здесь идет у нас вот просто USB. Можете сюда подключить. В общем, как вам угодно. Но у меня тут переходник. Разные системы, чтобы включать дорогу. Вот. Потому что телефонов много. Вот у каждого из семьи телефон. И всем хочется подсоединить и подключить. По шуму, вот этот вообще не шумит, вот ноль шума, просто, вообще ноль шума, великолепно. Вот они доработали по ходу дела вентилятор, это уже плюс. Также здесь разница, вот смотрите, вот. Поверхность идет такая приятная матовая резина, вот.
Здесь идет пластик. Здесь тоже, в принципе, пластик. Здесь вот поверхность такая же, как вот у телефона. Ну, по размеру, в принципе, туда-сюда также. Вот. Ну, по цеплянию, по габаритам, в принципе, ничего такого грандиозного не поменялось. Единственное, вот эта штука смотрится более как-то круто, более цивильно. Такой цвет вот этот матовый сливается с машиной и смотрится как-то более современно. Ну и здесь уже, видите, встроено. Сейчас я на телефон снимаю, для которого это и предназначено. И у него уже чехол, в самом чехле встроено вот это вот круг, который сюда цепляется. Поэтому мне пришлось поменять и вот эту систему, и сам чехол на телефоне. Вот. Но если я поставлю другой, любой другой телефон, да, если он может принимать зарядку, вот смотрите, сейчас сделаем, попробуем, будет он заряжать или не будет. Он чуть-чуть, вот смотрите, примагничивает, как будто, но телефон катится. А, машина-то... Сейчас вот включим. И вообще шуму никакого. Так. Да, заряжает. Вот смотрите. Но он тут, знаете, держит не за счет того, что магнитит, а за счет того, что здесь поверхность очень... гладкая, матовая, резиновая, и здесь, и две поверхности просто как присоски чуть-чуть работают, вот, но если его оставить, он вот он свалится, он не магнитит, старый чехол не подходит, короче, сюда, но если, как бы, потребуется, вы можете просто, как бы, положить и зарядить свой другой телефон, если у него есть такая вот фишка зарядки, вот так. Так что держится великолепно, смотрится тоже нормально. У меня только положительный отзыв. Стоит, конечно, эта штука недешево, но зато, блин, это на много-много лет. Вот у меня уже годика три, как вот эта штука работает. При этом она новая. Вот. Я ее оставлю для вот этого телефона, потому что он тоже, в принципе, рабочий. И когда мне нужно будет в дорогу, я, например, могу его установить и использовать его только чисто как какая-то навигация, ну, для чего-нибудь там, чтобы в телефоне что-то смотреть. Вот. Могу с другой стороны поставить, у меня будет вообще два телефона, чтобы он всегда в машине был. Вот такая вот, ребята, вам штука. Я... покупал это в Ресторе, но на Яндекс.Дзен, оставлю все ссылки, не Дзен, а Яндекс.Маркет. Там они подешевле даже будут, вот. Ну, у меня там бонусы были, короче, я купил, у меня получилось примерно как я на Яндекс.Маркет. Но вообще изначально я бы купил, конечно, я на Яндекс.Маркете. Там они намного дешевле, раза в два, наверное, дешевле идут. Вот, поэтому очень вам рекомендую. Крутая штука, работает, ни разу не ломалась, заряжает очень быстро. И самое главное, это очень удобно. Особенно в путешествии, прям вот незаменимая вещь. Потому что, вот смотрите, проканулся, нужно взять телефон, пойти, например, залить машину или кофеечек взять. Вот, у тебя так вот телефон висит, ты такой раз его и пошел. В машину садишься, быстренько прилепил, поехали дальше. Вот. Не надо вот искать шнур, не надо вот это что-то там раздвигать, ставить, зажимать, разжимать. В общем, ерундой заниматься какой-то. Это прям мобильно, очень удобно. Хренакс, все. Держится великолепно. Так что стоит своей цены. Держится отлично, заряжает быстро.
и никаких проблем не выдает. При этом вот с новыми вот этими вот доработками вообще просто красота. Буду использовать еще несколько лет и посмотрим, что тут может быть не так, чтобы это можно было потом доработать. Вот. Ну, буду писать там тоже отзывы. Ну, меня радует то, что компания это все модифицирует, как бы слушает, что людям не нравится, и все переделывает. Очень круто, это хорошо. А у вас есть возможность сразу купить уже вот это. Вот как бы, минуя вот старую версию. Все на этом. Ссылочки оставлю в описании. Вот сделаю так вот поуже маленечко. А, нет, не получится. Все на этом тогда.